Высокоскоростной спутниковый интернет теперь доступен жителям Ненецкого округа. Федеральный оператор спутниковой связи РТКОМ официально представила в окружной столице торговую марку «Сенсат», разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса, на каких бы удаленных территориях они ни находились. О планах оператора по развитию услуги, актуальных тарифах и условиях подключения пользователей журналистам и блогерам Ненецкого округа рассказали в ходе пресс-конференции. Подробности прямо сейчас. Компания РТКОМ объявляет официальный старт продаж и подключений высокоскоростного спутникового интернета «Сенсат» на территории Ненецкого автономного округа. Целевая аудитория «Сенсат» – собственники жилья в загородной и пригородной зонах, там, где нет развитой оптической инфраструктуры. В нашем регионе потенциальными клиентами компании могут стать жители отдаленных сел, в которых доступ в интернет еще вчера оказался за гранью возможного. В окружной столице одним из первых к высокоскоростному спутниковому интернету «Сенсат» подключился житель микрорайона Захребетный Игорь Макарин. Оптика до меня не дошла. Мобильная связь у нас слабая. Решил сделать выбор на спутниковом интернете, так как стабильная скорость хорошая. Доволен. Все хорошо, без перебоев. На территории Ненецкого округа услуги подключения к высокоскоростному спутниковому интернету осуществляет официальный дилер «Сенсат» «Территория связи». Директор компании Сергей Воробьев рассказал о том, как стать пользователем услуги. Нужно сделать три простых шага. Позвонить по федеральному номеру или оставить заявку на сайте sensat.ru. После этого с новым абонентом свяжется сотрудник и уточнит потребности абонента. После этого заявка приходит к нам, и мы организовываем подключение. Широкая линейка тарифов и выгодные условия подключения удовлетворят потребности любых категорий пользователей интернета. Стоимость оборудования у нас начинается от 29 990 рублей. Тарифные планы у нас доступны как для юридических, так и для физических лиц. Линейка тарифных планов у нас начинается от 670 рублей. Подключить скоростной спутниковый интернет у себя дома может любой желающий. Для этого понадобится мобильное приложение и небольшой набор инструментов. Узнать подробности о тарифных планах и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от «Сенсат» можно на сайте www.sensat.ru. Ирина Никешина, Иван Кутейников, Леонид Шишелов, Игорь Тарасевич, телеканал «Север».